Саженцы и рассада крупноцветкового клематиса Vivien Pepin, Clematis, будут радовать вас своим цветением двумя периодами за сезон. С мая по июнь, с августа по сентябрь. Цветы большие, до 17 см в диаметре, яркого пурпурного цвета. Корневая система данного сорта упакованная. Обычно эту лиану используют для вертикального озеленения, но крупные цветы и большое количество листьев предполагают наличие некоторых опор, иначе лиана может просто не устоять. Способна также плестись по другим деревьям или кустарникам. Устойчива к морозам, требует периодической подкормки. Цветение в первый и второй период отличается своим обилием. Клематис крупноцветковый Vivien Pepin – это многолетнее растение. Клематис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола клематис крупноцветковый Vivien Pepin можно отнести к группе лианы. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает клематис крупноцветковый Vivien Pepin в месяц июль-август. Цветок окрашен в голубой цвет. Лист этого прекрасного растения по форме обратно яйцевидный. Обратите внимание, что клематис крупноцветковый Vivien Pepin – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.